Украинские писатели Елена Лань и Анатолий Крат, которые сейчас живут и работают в Чехии, передали детям-переселенцам на Днепропетровщину 440 своих книг. Развивающие азбуки и сказки для школьников младшего и старшего возраста планируют передать в учебные заведения Днепропетровска, Никополя и Новомосковского района. Кроме того, Анатолий Крат также передал детишкам 300 экземпляров развивающей азбуки. В книге собраны загадки, стихи и авторские считалки. К такой акции подключилась и львовская писательница и журналистка Елена Лань. Она передала детям-переселенцам 140 экземпляров романа фэнтези «Курдебач».